Мир вам, Игнатий Тихонович. Миром. Слава Иисусу Христу. Игнатий Тихонович, а вы можете ответить на 4 вопроса? Ну почему же не ответить, если они по силам будут? Да. Так, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Скажите, не против. Нет, не против. Ну все, давай. Ну что? Первый вопрос. Как бросить курить? Я такой вопрос не могу ответить. Я понимаю, что если ты верующий, вопросов даже нету. С тобой Христос. Ты эту мерзость выбросишь, даже смотреть не будешь. Тебе противно будет, противный запах. Все будет противно. Какие последствия от курения? 12 лет жизни. Курение. Я вам скину материал. У нас к истинному православию, у меня эта тема есть. Сейчас кончим говорить, я вам скину. Ты Царства Небесного лишаешься. Не просто так, ты самоубийца. Это Ян Кронштадтский говорит. Уста курящего – демонская кадильница. Игнатий Тихонович, я вас поздравляю с праздником. Спасибо. Завтра у старообрядцев, да, праздник такой большой. Ну вот это что, курить верующий и бросить не может. Да какой же ты верующий после этого? Тут даже... И другой, я пить не могу бросить. Ну какой же ты верующий-то? Верующий не грешит, написано, не грешит. Ему это настолько противно, все, он даже услышит запах, ему до блевотины тянет. А то я верующий, да какой же ты верующий после этого? Проси у Бога милости и рождения свыше. И ты возненавидишь грех. Не то, что там тебе как-то отвыкать. Бывает, леденцы кладут там в табакерку у себя, в портсигар. Это ничего не надо делать. Возненавидел и все. Закон твой люблю, а вымысл человеческий ненавижу. Получается, христианство и курение – это несовместимые вещи. Это несовместимые. Ну как совместить? Вот, допустим, священник в храме кадит кадилом, а ты в это время храм наше тело, а ты внутрь туда, в свой храм загоняешь злую траву, которую сжег. Это сатана делает. Это от лукавого. Даже слышать страшно это. Бывает, от чего-то нельзя. Бывает, человек разгневался внезапно, там, ревновал о чем-то или как-то. Но это... Нет. Никак. Вот поставь себе за правило. Если ты покурил, все, сутки минимум, или двое суток не пить и не есть, и все, сдохла собака. Это самоубийство, еще раз говорю, самоубийство, это наркоман. А вот второй вопрос. Я вам скину этот материал, табакокурение называется. В моей книге есть это. Второй вопрос, можно? Давай. Второй вопрос, как отстать от алкоголя вообще, от пива, там, от вина? Это вместе идет все такое. Теперь о пьянстве я вам скину ролик. У меня подробно говорится. Это все в Писании говорит. Господь нам предупреждает. Мне это непонятно, и у меня опыта нет никакого. Почему? Я не курил и не пил так. И я это не знаю как. Я знаю, что верующий, это все сразу отходит. Человек как-то уверовал, он родился. Старое это все с него сползло в покаянии. И он уже никогда туда не вернется. Хорошо. И вот третий вопрос о прелюбодеянии, о блуде. Это... Как избавиться от этого? Да никак. А зачем тогда все это вера? Делай, кури, пей, блуди, но только к церкви-то никакого отношения не имеет, как к Христу не имеет. Зачем это все несовместимое смещать? Это уже дальше как от блуда, как от убийства отстать, там, от мошенства, от клеветы, от лжесвидетельства. Это все уходит сразу. Как только уверовал, встал, вот я на молитве встал 56 лет назад, первый раз помолился своими словами, Евангелие дали, я встал и сам на себя смотрю, я как бы все еще тот, я вижу, это другой человек, тот человек, которого я возненавидел. И не то, чтобы мне пришло, вот обратился один, он матерился, ну матерился, сквернословил так. Ну и потом как-то прошло время, а он встретил человека знакомого, когда-то учились вместе.
И он говорит, у меня изменения большие, я к Богу пришел, обратился. Он говорит, а как насчет матов? Он же знает, что он матерился всегда. Я, говорит, первый раз об этом задумался. Я даже не заметил, что это Бог все убрал. А я, говорит, уже 2 года назад, так выходит, я 2 года ни разу уже не матерился. Он сам себе удивился. Бог убрал, и все, больше нету ни одного матерка. Он даже человек это может и не заметить, он другой. Это та падаль, брошенная в пасть сатаны. Я в этом раскаялся. Слезы расплавили оковы. Делающий грех есть раб греха. А раб греха не может быть рабом Божьим. Я думаю, что вы о ком-то спрашиваете, не о себе поди. Нет, я не пью, не курю, не блужу. Просто и как... Ответьте, человек не родился свыше. Он начинает бороться, там, учит, там, передают, как бороться с грехом, то другое, покаяние. Это все не так. Уверовал человек, и он из зверя превращается в голубя. Перерождение. Он совершенно другой был. Вот Павел шел, там преследовал церковь. Ну вот упал только, покаялся, глаза ослепли. Дальше совершенно другой. Уже Савла нет, уже Павел был. Уже апостол. А где он боролся с грехами? Да нигде. А где Петр боролся с грехами? Нигде. Он обратился, покаялся. Дух Святой переродил его изнутри. Он другой. Он Христово чадо, храм Божий из капища. Я просто подумал, может, вы про свою жизнь расскажете, какие-то знаки вам Бог давал, как вот избавиться. Ну, вы мою книгу «Для Слова Божия нет уст» считайте, там все написано. На сайте на нашем. А книга такая, она большая, «Для Слова Божия нет уст». Она почти из одних документов. Да. Именно так. Только Христос это может сделать. Да, или смерть. Слушай. Так, еще давайте вопросы. Я вам сразу материал скидывать. От воровства как избавиться? Опять. Ну, это один и тот же вопрос, только вы другой стороной поворачиваете. Как? Ну, допустим, я могу сказать как. Поехать в Йемен. И что-то своровать, и все. Руку сразу отрубают. Потом на другой день второй раз сворую, еще вторую отрубят. А потом третий раз сворует, сразу голову тебя отсекут. Все, избавился от пьянства. Поезжай в Саудовскую Аравию, напейся пьяный. Тебя на кол насадят. Очень просто, лекарство очень хорошее. А то жена не спрашивается. И жена не спрашивается. На кол, на кол посадят, ты же не поймешь смысл вот этого всего. В Новосибирске лечит поркотерапия. Специально профессор Филипенко. Человек приходит, деньги платит, и его начинают пороть. Через сколько дней опять. И с него вся дурь слазит. И пить не будет. Когда тебя будут пороть, ты будешь думать, лучше бы не курил бы, да, и меня бы не пороли. Так он добровольно пришел. Добровольно, заплатит деньги, с ним беседы доктор проводит. А потом начинают его пороть. Ну, вообще, да, я просто думал, вы расскажете, вот, какие-то, может, вам Господь знаки давал, как вот заборы ставить вот эти вот. Никак. Я не сторонник оживлять мертвеца. Мертвецу при парке нужен. Мертвецу при парке не помогут, он мертвый. Труп. Труп можно подпереть, он будет сидеть как живой. А ты-то отшатись от него, он опять упал. Он мертвый, труп. Вот, я имею в виду, в Библии написано. Грех лежит у дверей, но ты господствуй над ним. Вот как над ним господствовать? Просто господствовать, или же какие-то заборы в мышлении ставить надо? Заборы одни. Господи, дай мне духовное рождение, быть твоим рабом. Другой молитвы нету. И кто Духа Христова не имеет, тот не его. Ты можешь день и ночь причащаться, и никакой толку нет. Только вина будет, болезнь будет. Просто многие, знаете, как говорят, да, я там рожден свыше, там, Господь меня избавил там, от всего, там, но я курю, как бы, и я там покаюсь там, за минуту до смерти, как бы. Нет, этого не может не быть. Написано, не хвались завтрашним днем, ибо не знаешь, что он родит тебе. Я пока послужу дьяволу,
на нем верхом будут ехать, за рога держать не получится. Он тебя обязательно запорит. Конечно. Так, еще вопросы есть? Да вопросов много, конечно, так вот. Ну, такие вопросы лучше не задавайте. Как избавиться от греха? Кровью Христа. Это все грех, одно слово грех. Не надо перечислять там. Изменяет, чем-то занимается, ворует. Там, ну, это конца краю нет. Грехов можно перечислять. Все равно больших и малых грехов нет. Перед Богом все равно грех. Хоть маленький, хоть большой. Господь избавляет от всего этого. Закон написан не для праведников, а для грешников. Вот, а вот как, знаете, человек рожден свыше, вот он принял это рождение, то есть, что Дух Святой в него вошел, что Иисус живой, вот. Вот, ну вот привычки вот эти дурацкие остались. Нет, это не рождение, вот это обман. Никакого рождения там не может быть. Он родился заново. Откуда табак-то? Если он заново родился, нет, то умер на все. Вот, допустим, он всю жизнь курил, там бил кого-то, убивал там, а вот Господь коснулся его сердца, и он понял, что Господь живой, а привычки остались вот. Как бы вот он не может с ним. Нет, это мирской человек любит то, что в мире. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том лет любви очей. Иакова поставьте 4 глава, 4 книг написано «Прелюбодея или прелюбодейца». Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Он враг Божий, с ним разговаривать не о чем. Я его в комнату не пущу и в ограду. Зачем он нужен, поганец такой? А вот, Игнатий Тихонович, а вот по городу, когда идешь, смотришь, они курят, пьют, тебе навстречу идут. Ты говоришь им, что это грех там, это правильно ты делаешь? Один раз подсказал, два раза, больше не надо. Не бросай жемчуг перед свиньями и перед сами. А еще написано, что если не предупредишь то, что он грешит, грех на тебе будет. Да, это его Иезекииль, 3 глава, 18 стих. То есть у меня вот сейчас такая вот ситуация, я вот каждому, вот кто я по городу иду, допустим, по делу, мимо меня все идут, вот, допустим, я с женой иду. Каждому говорю, каждому. Это вот хорошо, прям... хорошо сказали все. И отойди от него, тебе ему ничего не сделать. Он ни за что ставит дружбу Христа. Ты себе не принадлежишь. Христос искупил кровью своей. А ты этот храм гадишь снова и гадишь каждый день. Любодейся на просто... Игнат Тихонович, они по-разному реагируют. Некоторые начинают накидываться. Я могу свое влияние использовать? Нет, вот у меня, например... Не можно, отойдите, он еще на вас бросится, может плохое быть. Не надо. Ты ему скажи и отойди. Вы ничего не поможете ему избавиться. Это невозможно. Он пьяница будет нажираться каждый раз. Это ничего не будет. А если влияние есть вот у меня... Говорит, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Ни я, ни Бог тебе не поможет. Я помогу. Ты о себе думай. О своей душе. Он тебя научит пить, а не ты его быть трезвым. Да. А вот я им своим влиянием могу на него воздействовать? Примером, да, можете. Вот, например, у меня, ну, допустим, родственник. Смотреть будет, но это так, чуть-чуть как-то бывает. Если он бессовестный, на него не действует. Он тебя и не увидит, я он пьяный. Я вот, например, ему сказал, курение это грех. Он начинает там на меня нападать, допустим. Вот у меня, допустим, в городе... Отойди, больше не говори, иначе он тебя погубит. Я не бить, ничего не скручивать не буду. Просто у меня... О грехе переговорили, больше не надо. Мы на одном месте топчемся. Что еще? Нет, я говорю, родственник есть влиятельный в органах, допустим. Я могу написать заявление на этого человека, чтобы его, например, посадили, и когда вот он будет уже в тюрьме сидеть, чтобы он смысл почувствовал. Вот лучше бы я этого не делал. Нет, он почувствует одно, что тебя надо убить. Не лезь, я говорю, отойди от него. У него только одна будет мысль – вырваться оттуда и зарезать тебя. Вы так думаете? А мне думать не надо. Я прошел, с заключенными был. Когда все курят и матерятся, а я ничего не делал, молился. И они тут бросают курить и материться. Совсем бросают. То есть про себя молиться просто, да? Не про себя, я кланяюсь. У меня молитва 7 раз в день, вот, 700, сотница.
Я молился по полтора часа, раз пять в день. А они же это видят все. И сами я их не избавил, они становятся со мной молиться на колени. Бросают курить. За одну ночь семеро бросили курить, и все табак собрали и в туалет скинули. А для чего же мне тогда вот такой влиятельный родственник-то нужен там, в органах? Как он может мне помочь? Не знаю. В деле не знаю. Не знаю. Никак. Органы никак не помогут. Помогает только Христос. В органах тоже курят, так матерятся. У вас же были какие-то влиятельные тоже там друзья. Никто не помог. Это никому. Ну что, другое дело, если он приходит, тебя там окна бьет или что-то, тогда можно призвать его. Понятно. Так, вопросы, давайте быстренько, я уходить буду. А вот, например, у меня влияние есть тоже, вот я электрик сам, у меня удостоверение, то есть я по квартирам хожу, так вот людям таким вижу, что они малообеспеченные. Я вот влияние оказываю так вот электрика и проповедую им там, Библию подарю. Там. С тобой Евангелие бери, Евангелие оставь им. Да. А как еще, какое влияние нужно приобрести, чтобы вот так вот дело Христово продвигать? Может быть, как ты сделаешь? Вот если тюремное прошлое есть, если ты тюремную жизнь знаешь, как ты можешь это использовать? Не знаю. Надо конкретно смотреть. Смотри, что тебя не зацепило, опять туда не затянуло. Такие вопросы не решаются заочно. Ситуаций разных много, и всякие сопутствующие факторы, которые могут быть и за, и против. Это опыт жизни называется. Вахтанг Кикибидзе поет «Мои года, мое богатство». Да. Это грузинский этот композитор, да, или как? Да. Ну, спаси Христос, Игнатий Тихонович, вам за беседу. Давайте оставаться. Все. С Богом, да? С Богом. Да. Больше такие вопросы не готовьте, не надо. Рожденный свыше, все от него отходит сразу. Сразу, не по частям. Вы тогда можете скинуть, и вам, может быть, Бог какие-то знаки давал там, вот интересно почитать. Сейчас я вам скину. Вы сами зайдете на это, я скину прямо на книгу. И вы там по алфавиту найдете, что надо, поняли? Я скину оглавление книги, моей книги, мной написанной. Называется «К истинному православию». Все, Никита, расстаемся.